Рядом с нашим отелем находится парк. Мы пришли сюда погулять утречком, перед тем, как поехать в центр. Пенсионеры. Детьми. Родители работают, пенсионеры с детьми живут. Что, в ту сторону? Да. Это зарядка? Да. Ну да, днем повеселее, музыка играет. Время 9 утра, уже полный парк людей. Полный парк пенсионеров. Все занимаются спортом самым разным. Они даже почти не роняют валан. Так, ну, это у них достаточно традиционный вид спорта. А еще очень много курят, несмотря на то, что занимаются спортом. Эта магнолия посажена в 1856 году. Смотрите, какой ствол. Вот такая вот здоровая. Этот парк, наверное, что-то типа дендрария. Везде таблички стоят возле растений. Можно прочитать, если понимаешь китайский. Там видишь, какой-то статуя стоит внутри чувака. Какое-то тоже дерево. А тут пруд. Плавают рыбки. Они говорят, что это меченосцы. Это, может, маленькие золотые просто? Тогда золотые рыбки. Вон и большая рыбина плавает. А, ну привязанная. Ничего себе. Это не их выгуливают, что ли? Да. Это не продают. Это именно фиксик своих питомцев выгуливают. Какая прелесть. Лотосы отцвели. Вот в этом водоеме весной и летом цветут лотосы. Сейчас, увы, почти зима. Цветов нет. Детей тоже выгуливают. Проводят им разные мероприятия.